Маруся, расскажи анекдот. А блуждающий нерв – это что и где находится? Это я на работе. Здорово, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай, и сегодня у нас обзор. С вами Олег. Варя. И нам подарили вот такую замечательную штуку. Колонка интерактивная, внутри которой спрятана Маруся. В общем, сегодня мы ее распечатаем, покажем, как настроить. В целом поговорим, на что способна. Ну и все вам продемонстрируем, чему уже сами научились. Поехали! Прежде чем скрыть, давайте посмотрим, что они пишут на сайте Ростелекома. Что это за штука за такая? Собственно, купить Марусю можно на сайте Ростелекома. Выходите, видите, есть кнопочка «Купить» и есть некоторая информация о том, что это такое. Управляет видеосервисом Wink. Это мы сегодня вам обязательно покажем. Она может переключать каналы. Звучит она действительно классно. Поверьте человеку, который уже 10 лет работает на мероприятиях. Оборудование для умного дома у нас тоже есть, и когда подключим, вам покажем. И самое главное, Марусю любят дети. Коробка выглядит вот так. В общем, она большая. Она большая, и на самом деле, когда ее открываешь, есть ощущение, что как будто бы купил новый огромный телефон. Тяни. Это не так-то и просто, как кажется. Самое прикольное, что здесь есть партнер. Это Mail, Divi Club, Boom, ВК, Одноклассники. ВКонтакте дает подписку на музыку ВКонтакте в подарок. То есть, соответственно, вы берете, и от партнера вам совершенно бесплатно и без рекламы музыка ВК. А еще она может сама заказывать еду. Да, кстати, она может сама заказывать еду. Но ты вот сказал, что надо заказать. Она вот берет и заказывает, звонит. Ну, мы еще так не делали. Да. У нас мама умеет прекрасно готовить, поэтому давай. Сейчас самое прикольное, как ее открыть, вот так, смотрите. Я говорю, похоже на... Бум! Та-да-да-да-да-да! Итак, колоночка. Сама колонка, доставай. Блок питания. Давай. Колонка, кстати, такая, тяжелая, весистая штука на самом деле. Она у нас в чехольчике. Ага. Скрываем чехол. Итак, вот, собственно, сама колонка. На ней нет никаких кнопок. Точнее, нет, кнопка есть одна. Это вот это выключение микрофона. То есть, если вы не хотите, чтобы Маруся вас слушала и слышала, вы ее отключаете, и все, и она просто как музыкальная колонка. Больше здесь нет ничего. Здесь наверху есть сенсоры. Соответственно, в инструкции написано, как ее управлять при помощи жестов. То есть, тут тише, громче, следующий трек, предыдущий трек. Но мы потеряли инструкцию. Ну, она сама нам может ее сказать. Ну, на самом деле, тут такая история, что колонка Маруся сама все рассказывает, как ее настраивать, как ее управлять. Поэтому сейчас покажу, как настраивать. Вот у нас происходит первое включение колонки. Она включается в сеть. И сейчас узнаем, что она нам скажет, как ее настроить. Привет, меня зовут Маруся, и я помогу вам настроить колонку. Для этого установите приложение Маруся на ваш телефон. Запустите приложение, нажмите на кнопку с микрофоном и скажите «Подключить колонку». Да. Следуйте моим инструкциям. Хорошо, Марусь. По окончанию установки я расскажу вам, как пользоваться колонкой и чем еще могу быть полезна. Итак, мы устанавливаем приложение Маруся, вот так оно выглядит. Установили. Далее, нам нужно сказать в микрофон. Маруся, давай подключим колонку. Вот, давай подключим колонку. Смотрите. Дальше она разыскивает колонку. Надо же нажать. Так, дальше. Да, продолжить. Поиск устройства. Это я что-то затупил. Вот, найдена колонка. Продолжить. Соответственно, здесь колонка находит Wi-Fi, но она же работает по Wi-Fi. И здесь нужно ввести пароль от вашего Wi-Fi. Я не буду показывать пароль. Простите. А то придете тут ко мне, подключитесь к моему Wi-Fi. Зачем мне это надо? Так, ввел пароль. Нажимаю продолжить. Идет настройка колонки. Смотрим, что сейчас будет. Че прикольно, на самом деле. Я боялся, когда первый раз ее открыл, думаю, не настрою. Колонка настроена и готова к работе.
Все. Так, мы ее подключили. Это было несложно, примерно минут 5. Да, может, и меньше, на самом деле. С ней можно просто поговорить. Давай, попроси ее о чем-нибудь. Погода, время, что тебе... Маруся, есть? Сколько сейчас время? Сейчас 12 часов 15 минут. Вот так. Или, допустим, Маруся, когда начнется дождь? Дождь ожидается через 40 минут. Все, через 40 минут будет дождь. Кстати, наша мама с Марком где-то там гуляет, надо им позвонить и сказать, что будет скоро дождь. А если вам кажется, что Маруся работает слишком тихо, можно сказать: Маруся, погромче. Маруся, вот, она сделала погромче. Или вот так самостоятельно рукой тоже можно сделать погромче. Сейчас будет очень громко. Например, Маруся, включи наше радио. Маруся. Включи наше радио. Маруся, стоп. Маруся, поставь будильник на 8 утра. Готово. Будильник сработает завтра в 8 часов утра. Нормально. А может рассказать анекдот? Попроси. Маруся, расскажи смешной анекдот. Кем бы ни был тот, кто оставил iPhone за барной стойкой, перестань звонить на мой новый телефон. Для детей вообще прикольная штука. У нас Марк полюбил это страшно. Ну, во-первых, ее можно гладить. Сейчас покажем. И она мурлычет. То есть она просто стоит на полке у нас. Заходит Марк и начинает ее гладить. Кстати, Марк очень хочет котенка. Да, это да, плюс. Да. И поэтому мы вот подумали, что с появлением у нас Маруси мы ненадолго отсрочим появление котенка. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. А еще можешь включать телевизор. Сейчас мы все это тут переставим немножко и покажем, как он... Как она управляет телевизором. Маруся, ты молодец. Не смущайте меня так. У меня вся нейросеть покраснела. Нужно, чтобы у вас было телевидение Винка от Ростелеком. И тогда Маруся прекрасно подключается. Маруся, включи канал Дисней. Включаю канал Дисней. Вот, или допустим, Маруся... Включи канал Discovery. Попробую найти Discovery. Чтобы быть совсем объективным, нужно несколько слов сказать и о недостатках этой штуки. Есть недостатки? Нет. Есть страшный недостаток. Так это то, что колонка у нас одна, а людей в семье 4, и комнат у нас тоже 4. Кухня и 3 спальни. Вот, и, соответственно, когда ты хочешь побаловаться с Марусей, ты ее берешь вместе с проводом, идешь в зал, ставишь в зале, переключаешь телевизор. Или, к примеру, ко мне в комнату тащу, там, Маруся, сколько будет 12 умножить на 7? Я не поняла или пока не умею этого? Подожди, все ты умеешь. Маруся, сколько будет 12 умножить на 7? 84. Вот еще одно, еще один вариант применения, да? Так, будем подводить какие-то итоги. Вещь прикольная, на самом деле. Если у вас есть дети, и вы не знаете, чем их занять, и время карантина, и они уже с ума сходят... И дети хотят котенка. И дети хотят котенка. То, конечно, стоит. Прежде всего, это развлечение для детей, мне кажется. Она и сказки читает, и музыку ставит, и много чего делает, и телевизор прикольно так подключать. Ну да, например, ты пришел с работы, уже устал идти до пульта, или ты объелся уже идти до пульта. Это сейчас были зарисовки из жизни папы. Ты устал и объелся. Классный подарок ребенку там в 10, 12, 13, 14 лет. Вообще, во. И у родителей уже такой гигантский список, так, это подарили. Да-да-да. Зачеркиваю. Вот, а тут как бы вещь новая, прикольная и не очень-то и дорогая. Будем с вами прощаться. Маруся, скажи до свидания. Счастливо. Маруся, скажи, подписывайтесь на наш канал. Я пока не могу подписываться на ваш канал. Друзья, ну вы-то можете. Вы-то можете подписаться на наш канал. Лайк поставить и подписаться. Миклуха Макфлай, пока-пока. Пока. Маруся, включи Prodigy. Включаю Prodigy.